Я тоже там. А закройте двери. Представление рабочих масок.
un voto. Суббота, 22 19, да, с 16:00. Ну вот. Так. Ладно, давайте вспоминать, что у нас было в прошлый раз. В прошлый раз мы закончили на том, что обсуждали что-то про алгебраические элементы. Алгебраичен на F
Тогда и только тогда, когда расширение f альфа над f конечно. То есть f альфа имеет конечного размера с конкретного пространства над f. Вот. А ну ладно. Значит, мы догадались вам. А значит, если альфа элемент логарифмический над f, ну на самом деле это уже здесь написано, да, что значит, да, что, что здесь надо доказать? Мы говорим, что любой элемент, что просто эта штука является конечным элементом этого пространства, да? Значит, если альфа элемент алгебраически над f, ну тогда получается, что что действительно, что это просто написано здесь буквально. Просто степень расширения, Степень расширения конечное число, да? А. Альфа удовлетворяет уравнение m альфа f от альфа равно нулю, да, то значит получается действительно конструкция этого поля, которое мы видели в прошлый раз, это конечномерное векторное пространство на f. То есть это поле порождено степенями альфа единичкой, альфа, альфа квадратом и так далее, вплоть до чего? До степени минус 1, да, потому что если взять альфа в степени дель альфа, то это уже то для него будет существовать некоторое выражение через предыдущее выражение их минимальной защиты. Ну вот. Ну и соответственно обратно, если значит, если расширение конечно, то элемент альфа алгебраический. Значит, если f альфа над f конечно, то как нам предъявить алгебраическое уравнение, которое мы удовлетворяем дальше? Ну, точно так же, то надо взять, возьмем элементы один, альфа, альфа квадрат и так далее, альфа в степени n, где там n это n это степень расширения, да? Здесь написано n плюс один элемент. Они линейно зависимы. Значит, линейная зависимость это некоторый многочлен, который свою форму имеет. Значит, на них есть линейная зависимость. Понятен момент, что линейная зависимость между этими многочленами означает, что есть такой многочлен, который, у которого альфа это f. То есть аитер альфа итер равна нулю, то значит, то есть альфа корень многочлена. Ну вот. Ну, такое простенькое следствие. Значит, следствие отсюда. Всякое конечное расширение алгебраично. Да, говорю я и вспоминаю, что не дал определение алгебраического расширения. Давайте удалим. Значит, определение расширения полей K от F называется алгебраическим, если любой элемент альфа из K алгебраичен над F. То есть мы получили, что всякое конечное расширение алгебраичное. А верно ли обратно? Верно ли, что всякое алгебраическое расширение?
R-равку нет. R-равку нельзя взять, потому что в этом первом месте будет число π, которое не алгебраично. Берем все алгебраические числа и добавляем их к Q. Мы получим действительно алгебраическое расширение по определению, да? Значит. Но почему оно не будет конечным? Квадратные корни из там разных простых чисел, они именно зависимы, то есть которые можно ответить. Ну, да. Поэтому курс алгебраическим числом, наверное, курс с корнем из двух, там это с корнем из трех, это с. Ну, положим, в листочке такой задачи буквально не было, да, но действительно можно доказать, что следующее. Что, допустим, если вы возьмете корни из разных простых чисел, корни квадратные, например, то они, можно доказать, что они линейно независимы. Или наоборот, можно, скажем, взять корни разных степеней из какого-нибудь одного числа. Например, взять корень из двух, корень кубический из двух, корень четвертой степени из двух и так далее. Они тоже будут линейно зависимы над курсом. Вот. А, значит, таким образом вы получаете, что у вас есть бесконечно много линейно независимых элементов. Да? То есть у вас, например, такое расширение с корнем из двух, корнем из трех и так далее. Со всеми корнями из P над Q. Алгебраично, но не конечно. Ну вот. То есть бывают конечные, бывают алгебраические расширения, которые не являются конечными. Вот. Ну вот, ладно. Значит, давайте все-таки, ну, хочется все-таки к этому утверждению иметь обратное. Оно, конечно, буквально неверно, но можно его поправить так, чтобы оно было верно. Вот если здесь написать, что всякое алгебраическое расширение конечным множеством элементов действительно будет конечным. Вот, значит, предложение. Давайте так. Теорема. Расширение k на f конечно тогда и только тогда, когда k порождается над f конечным числом алгебраических элементов, которые мы назовем альфа 1, это омега альфа, да? Значит, степени, допустим, n1 выявляет nk. Значит, здесь мы говорили, что степень такого расширения равняется степени альфа, да? Значит, извините, я имею в виду, выражается в конском смысле и на пространстве в смысле алгебры, то есть можно выбрать степень альфа. В смысле алгебра, то есть вы присоединяете к h сколько-то. Берем многочлены. Да, то есть, например, q от корня из двух и корня из трех порождается двумя элементами. Это расширение степени 4, как вы видели, наверное, на прошлом семинаре. Вот, значит, а. Да, то есть, давайте я напишу так, что k есть f от альфа 1 и так далее, альфа k. Вот так нам понятно, да? Значит, и при этом можно написать оценку на степень. Значит, степень этого расширения не превосходит произведение степени элементов. Давайте так.
что мы из этого уже доказали? Бесконечность числа, то есть это что произойдет с конечным числом, потому что возьмем просто 2 10. Ну да, 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 примерно. Вот, значит, ну давайте, действительно, скажем, что у нас есть альфа 1 и так далее, альфа k, да, это значит базис k над f. Тогда что? Тогда мы можем к f нашему присоединить каждый из этих элементов. F от альфа битого. Вот мы присоединили элемент альфа битое. И мы можем сказать, что степень этого элемента, которая равна n этому, да, значит, пускай. Да, пускай степень k над f равна какому-нибудь f. Да, вот равна, скажем, m, да, и вот здесь у нас тоже m. Вот. Значит, ну вот, вот мы присоединили элемент альфа, да? Говорим, что его степень этого расширения это n, да? Значит, мы еще знаем, что мы знаем, что степень всего расширения это n. А у нас есть такая башня. Значит, а в k живет f от альфа видова, и здесь живет f. Да? Значит, степень этого расширения это m, степень этого расширения это n. Значит, мы знаем, что степень расширения мультипликативна, что степень расширения k над f равна произведению степени расширения k над f альфа и t помножить на степень f альфа и t над f. Значит, получается, что m должно делиться на n. Значит, m делится на n. Делится на n. Значит, вот. Да, значит, это расширение конечно, значит, все альфа-алгебраичны. Алгебраичны. То есть расширение f альфа над f конечно. Значит, поэтому в силу предыдущего предложения альфа алгебраично. Ну вот. Ну, значит, как порождается конечным числом алгебраических элементов. Ну, остальное следует, в общем-то, из мультипликативной степени, что когда. А, и остальное следует из того свойства, что f. А чтобы эти элементы f, эти элементы альфа 1, альфа n вы можете присоединять к вашему полю последовательно. И когда вы присоединяете очередную альфа и t, то у вас степень расширения отскакивает не более чем в n и t раз. Вот. Когда вы такую процедуру проведете, то вы получите, что степень расширения k на d не превосходит произведение альфа 1 и так далее. Ну вот. Отсюда вытекает довольно забавное следствие. Что мы с вами доказали, тем самым практически вот, за бесплатно, что сумма, разность, произведение, частное алгебраических элементов. Это слово алгебраический элемент. Следствие. Пусть альфа, бета алгебраично над f. Тогда альфа делить на бета, альфа бета, альфа делить на бета, снова алгебраично. Доказательство. Каждый из этих элементов принадлежит такому замечательному расширению, которое получается. Знаете, эти элементы лежат в расширении f, к которому присоединили альфа и бета. Да? Значит,
конечное расширение конечно. Получается, что... А в конечном расширении, как мы знаем, всякие элементы алгебраические. Значит, всякий элемент, в том числе вот этот, вот этот, вот этот элемент является алгебраическим. Ну, значит, задачка попробовать доказать это непосредственно, что сумма, равность, извиняюсь, частная алгебраических элементов алгебраична, значит, без использования вот этой теоремы, а с использованием, например, основной теоремы асимметрических многочленов. Вот. То есть, например, если вы к полю присоединяете элемент, то вы, значит, должны присоединить все сопряженные и так далее. Попробуйте это сделать без, без этой теоремы. Ну, ну ладно. Ну и чего еще? Еще одно следствие, которое я помещу сюда. Следствие. Значит, пускай L над F это расширение полей. Тогда множество всех элементов из L, алгебраичных над F, это подходит. Расширение, причем совершенно абы какое, не обязательно алгебраическое. Ну, C над F, хорошее расширение. Вы можете взять в C, например, все элементы алгебраичные над Q. Это получится все комплексные алгебраические числа. Вот. Их сильно меньше, чем всех комплексных чисел вообще, потому что... Почему, кстати? Потому что их счет, да, C континент. Вот. Значит, тогда множество всех... всех элементов в L алгебраичных над F есть на поле. Ну вот. Такое небольшое средство. Ну или вы, например, можете, скажем, взять расширение не C над Q, а R над Q. И тогда у вас взять все вещественные числа, которые алгебраичны над Q. Ну, например, у вас в том, что получится, не будет там и корней из трех, но просто корень из трех будет. Вот, просто будут все вещественные алгебраические числа. И это тоже подходит. Ну, значит, чего дальше? Следующая теорема большая. Значит, да, определение алгебраического расширения сохранилось. Хорошо. Оно сейчас пригодится. Значит, пускай у нас есть, опять-таки, два... пускай у нас есть башня расширения. Пусть f живет в k, k живет в l, k над f и l над k алгебраические расширения. Тогда l над f тоже алгебраические. Сказать, что f, L над F это алгебраическое расширение, значит доказать про каждый элемент из L, что он является корнем какого-то многочлена с коэффициентами B. Да? То есть, надо сказать, что любой элемент L алгебраичен над F. Значит, давайте возьмем какой-нибудь элемент альфа из L и попробуем доказать, что он алгебраичен над F. Значит, он алгебраичен над K.
существует такой многочлен с коэффициентами из k, что L является корнем этого, что альфа является корнем этого многочлена. Значит, альфа. Поэтому, да. Альфа удовлетворяет равенство какого-то типа альфа АН альфа БН плюс АН минус 1 альфа БН минус 1 плюс и так далее плюс А1 альфа плюс А0 равно 0. И все АИДы у нас принадлежат К. Ага. Ну ладно. Давайте теперь возьмем это уравнение и посмотрим на такое наименьшее поле, в котором бы все, что здесь в этом равенстве написано, лежало бы. Значит, рассмотрим такое поле, которое получается из F присоединением к нему альфа и всех коэффициентов, которые мы начали. Расширение k над f, и вы возьмете произвольное подполье k, которое содержит f, то естественно оно тоже будет алгебраичным, потому что ну, никуда не денешься, если все элементы алгебраичны, то значит подмножку их тоже алгебраичны. Вот. Это алгебраичное расширение, которое получается присоединением конечного числа элементов. И здесь игра идет именно на том, что мы присоединяем конечное число элементов. Значит, давайте я напишу, что оно конечно. Вот. А еще, еще вы к этому, к этому полю присоединили альфа, которое удовлетворяет алгебраическому уравнению с коэффициентами из вот этого вот нижнего поля. Да? Это значит, что это расширение тоже конечно. Вы можете даже считать, что его степень не превосходит n. Потому что вот, вот оно уравнение. Ну ладно. Значит, у вас есть два конечных расширения, значит, это поле над этим снова является конечным расширением. То есть расширение, ну вы можете просто даже от самого степени написать f от альфа а n и так далее а 0 над f степень этого расширения не превосходит произведение n умножить на степень вот этого расширения а 1 а а 0 а 1 а n над f. Ну, то есть, частность, она меньше бесконечности. Ну вот, значит, мы получили, что вот это вот расширение конечно. Это значит, что элемент альфа алгебраичен над f. Ура! Мы доказали, что любой элемент поля L алгебраичен над f. Вот. Ну, здесь происходит такая игра,
том, что, что для того, чтобы сказать алгебраичность расширения, достаточно доказать, что любой алгебраичен, а для данного конкретного элемента это доказывать гораздо проще, чем для всех сразу. Ну вот. Сейчас мы сделаем.
произведение степени k1 надо умножить на степень k2. Ладно. Пусть k1 надо k2 надо конечное расширение. И все это хозяйство живет еще в каком-то большом поле. Значит, тогда степень композита на D не превосходит степень K1 на D, умножить на степень K2 на D, где равенство, которое можно сказать, в каком случае достигается. Что нужно для того, чтобы здесь было равенство? Одно получается другое? Нет, неправильно. Нет, если одно получается другое, если вы, например, здесь допишете еще какой-то плане стрелок, то тут равенства тоже не будет. Взаимопростые это тут тоже хорошее наблюдение, но это не будет тогда и только тогда. Но, значит, а тогда и только тогда, когда давайте скажем так, что F базис поля K1, например, да, остается базисом, остается линейно независимым на K2. Вот тут, например, базис вот этого поля, да, он, например, базис здесь это единица и корень из двух, значит, эти два числа линейно независимы над Q, но над этим вот полем они уже не линейно независимы. Ну, потому что они, например, удовлетворяют этому уравнению. Корень из двух умножить на единицу минус корень из двух равняется нулю. Корень из двух это коэффициент простой. Вот. Они не остаются именно независимыми, когда вы расширяете коэффициент до k2. Вот. Ну давайте докажем. Доказательство. Ну, если конечное, если расширение конечное. А, да, давайте еще в теорему включим, что если альфа 1, альфа n, бета 1 и так далее, бета m, базисы k1 и k2 на d, то альфа и т, бета жит рождают композит. Не факт, что они тут будут базисами, да? Что эти элементы снова будут базисами, может быть их будет больше, чем два. Но порождали они его будут точно. Ну, доказывается, это тоже совершенно стандартные, без каких-то хитростей. Значит, вы можете сказать, что, например, что значит, K1, K2, да, если у вас есть эти элементы и эти элементы, значит, K1, K2, K1, K2 это композит, это будет поле, которое получается из F при соединении всего того, что здесь написано. Бета 1, бета. Значит, понятно, что эти элементы вы обязаны включить, потому что вы обязаны включить K1, K2. Вот, ну и больше вы, собственно, ничего включать не обязаны. Это будет
поле, которое будет включать в себя и К1, и К2, и оно будет по определению вот этих вот полочек, оно будет минимально. То есть наименьше. Вот. Значит, а... Ну вот. Да, ну, с тем же успехом вы можете написать, что К1-то это, на самом деле, F вот, альфа-1, альфа-n. Значит, поэтому то, что у вас написано здесь, это К1 от бета-1 и так далее, бета-n. Правда? Вы, значит, к полю К1 вы добавили все то, что должно жить в К2. Получили композит. Ну вот. Значит, поэтому бета-1 и так далее, бета-m порождают К1, К2 над К1. Ну вот, порождают как алгебра. А порождают уже как векторное пространство. Значит, сейчас, потому что... Любые попарные произведения здесь лежат, да? Вот. И выражаются линейные коэффициенты. Ну да. Значит, это все выражается с коэффициентами из F. Значит, поэтому, да, мы получили, что если вы действительно возьмете это кольцо, да, значит, то здесь лежат. Здесь лежит что? Здесь лежат всевозможные ну, здесь лежит все от альфа бет, да, значит, вам всегда надо включить попарное произведение. Значит, ну да, а если у вас включены попарные произведения, то получается, что все альфы вы можете всегда загнать сюда. Значит, хорошо. Бета-1, бета-m порождают К1 над К2. Значит, как на пространство. Ну, то есть степень К1, К2 над К1 нет на вас полосы m. Да? Значит, а m это, как мы знаем, степень К2 над. Вот. Значит, где причем равенство достигается когда B1 и так далее BTM линейно независимо над правильно. Сейчас совсем не понимаю. Сейчас. Коэффициентное пространство. Давайте возьмем элемент единицы, делить на некоторые элементы из К1, но не в К, минус там B1. Как его выразить? Сейчас, я могу обманывать. Сейчас я вам. Делить на B1, единицы делить на что-то из К1, но не из К, плюс B1. Сейчас, что значит, на К, из К1, но не из К2, не из К2, да? Но не из этого. К1 это расширение F. К1 это расширение F. В нем можно искать, что там есть элемент, а того вот нет. Сейчас. То есть понятно, почему многократно выражаются линейно через это? Если я скажу, что К1, К2 у меня порождается F, порождается всевозможными попарными произведениями, то это ведь будет правда, да? Так, значит, у меня есть альфа-1, альфа-n и бета-1, бета-m, это базисы К1 и К2. Так, это значит, что... это значит что? Это значит, что любой... что если я действительно присоединю вот эти элементы, эти конкретные элементы, альфа-1, альфа-n, бета-1, бета-m, да?
то, значит, все, что здесь будет написано, будет будет чем? Будет из К1, но не из Э. Там будет какой-нибудь альфа-1 квадрат. Ну, в смысле? Альфа-1 квадрат, да? Ну, возьмем единицу. Ну, он лежит в этом расширении, да. Сейчас. Возьмем, допустим, единицу делить на альфа-1 плюс бета-1. Чего единица делить на альфа-1 плюс бета-1? Как его выразить? Линейно относительно БИ, как в коэффициенте на БИ. Он уже выражается в этом вот f от альфа-1, альфа-1, бета-1, бета-1? Нет, он выражается как элемент алгебры. В этом коэффициенте или как отношение. Вот это, что для отношений, вот да, он выражается как действительно, как элемент, да, даже не алгебра поля, да? Да. Присоединяться со всеми этими элементами. Так, значит, значит, мы можем, например, сказать, что если это расширение конечное, да, и у нас есть такое поле, которое содержит то и другое, то что? Так, сейчас, ну скажу, если я здесь зачеркну слова как векторное пространство и скажу, что как алгебра, то это очевидно, да? Но этого нам не хватает, да? Возможные альфа и бета житые, да? Да, то очевидно, что эта штука будет как раз композитом. Она не изменится. Она не изменится, да. Это факт. К1К2, значит, это F, к которому присоединены всевозможные альфа и бета житые. Вот. И это сейчас все нормально, вот этот пример, он лежит вот в этом расширении. Понятно, что он лежит, там нужно, чтобы он выражался. Значит, он выражается через А. Он выражается как многочлен. Он выражается как отношение многочлен. Через альфа и бета. Вот он написан как отношение многочлен. Да. А. И тогда что сейчас? Он выражается как просто многочлен. А мы сказали, что он выражается как отношение. Все степени бета мы можем. Сейчас, слушайте, мы можем вести рациональный со знаменателем, да? И просто выносим. Потому что у нас конечное расширение. Выносим за скобку. Да, расширение конечное, значит, мы можем этого рациональный знаменателя как-то грохнуть. Да, понятно. Вот, да, вот штука действительно, что расширение конечное и что всякая такая штука на самом деле является многочленом. Она является многочленом от B. Вот, значит, это. Да, значит, B действительно порождают K1, K2 над K1. Вот, и это от альфа-1 и так далее, альфа-n, да, расширенные бетами. Вот. Ну да, то есть у нас все эти элементики, альфа и бета житы, порождают композит, вот, а сколько их будет, они могут быть независимы, они не независимы. Они независимы, это
не раз будет строго. Если нет, то не строго. Вот. Ну, вроде как. Да, значит, а на этой картинке нарисуем. Это К2, это F, это К2, это К1. Значит, это расширение, допустим, степени N, это степени M. Когда получается, что это расширение будет степени не больше, чем N, а это степени не больше, чем N. Ну вот. Ну и действительно следствие, которое тут уже тут отмечено. Значит, пусть степень расширения К1 на F и степень расширения К2 на F взаимопросты. Тогда композит имеет степень расширения равную M. N взаимопросты обозначения предыдущего предложения. Тогда композит имеет степень расширения M. Ну понятно, значит, если это число делится на m и на n, то оно должно делиться и на их общекратное. Вот. А оно с другой стороны число не превосходит m, то как раз на предложение. А еще оно должно делиться на наименьшее общекратное, например, n. Вот. Ну ладно. Ну хорошо, что дальше? Значит, дальше следующее, что мы с вами научились в прошлый раз присоединять корень многочлена, но еще не научились делать так, чтобы многочлен раскладывался на линейные множества. Ну, на самом деле это немного сложнее, надо просто к полю присоединить все поля многочлена, и он начнет раскладываться на линейные множества. Значит, такое поле, над которым многочлен раскладывается на линейные множители, и которое минимальное поле с этим свойством, называется полем размножения. Давайте сейчас про это все тут поговорим. Еще если K
наименьшее поле с этим свойством. Но почему надо требовать, чтобы Хаббл наименьшим поле свойством? Что такое поле разложения многочлена, например, x квадрат минус 2? Ну, x с корнем из ку с корнем из на ку, да? Значит, это ку с корнем из двух, а вовсе даже не это. Хотя многочлен x квадрат минус 2 прекрасно раскладывается на линейный множитель на 2. Ну вот, мы требуем, чтобы там было бы наименьшим полем. Вот оно-то и называется полем разложения многочлена. То есть f не раскладывается на линейные множители ни над каким подполем F', содержащим цепка собственного образа. Содержащим. Вот, ладно. Ну и чего? Значит, давайте докажем точно так же, что для каждого многочлена существует такое поле, которое является его полем разложения. Тут есть интересная часть и неинтересная. Совсем неинтересная, это сказать, что существует наименьшее, значит, более интересная часть — найти какое-то поле, над которым многочлена разваливается на линейном множестве. Значит, теорема. По-моему, я решил назвать теорему, да? Значит, для любого f от x с коэффициентом s f существует расширение f, над которым f от x раскладывается на линейный множитель. Доказательство. Индукция по числу n, которое есть степень нашего многочлена. Если n равно единице, то многочлен уже линейный. Доказать нечего. Значит, пускай теперь степень f больше единицы. Значит, разложим его на множитель над f. Если нам уже повезло, и они все линейные, то искомое поле — это уже f. Опять же, доказывать нечего. Значит, если нет, то существует неприводимый сомножитель многочлена f в степени 2 или больше. Значит, а существует p от x, делящий f, неприводимый степень p от x больше 2 на 2. Ну чего? Значит, давайте присоединим к полю f корень многочлена p. Значит, существует расширение E1, держащее f, где p от x имеет корень. Назовем это корень альфа. Значит, x минус альфа, такой двучлен, делит f от x в кольце многочлена с коэффициентом e1. Теорема безумная. Ну и так далее. Ну, поделили поделим, получим многочлен меньшей степени. Такой f1 от x с коэффициентами e1 от x. А степень f1 от x уже меньше, чем, да? И теперь к нему можно применить
функции существует такое расширение уже поля E1, в котором эта многочлена раскладывается на линейные множители, а значит и раскладывается на линейные множители. Ура доказали. Значит, чтобы получить поле расширения, надо опять же пересечь все поля указанной теоремы. Значит, следствие существует поле разложения многочлена. Пересечем все эти поля, содержащиеся поля. Ну да, и давайте, наверное, еще сформулируем такое предложение, следствие из доказательства. Степень поля разложения многочлена f от x, степень которого равна n, она, что вы про нее можете сказать? Она не превосходит n факториал. И даже делит n факториал, да. Ну, что она не превосходит, это видно из этой конструкции, да, что она, что мы на каждом шаге, ну да, на каждом шаге у нас степень E1, ну давайте разберемся, что происходит на первом шаге. Степень E1 над F, она есть степень какого-то непривозимого сомножителя. Да? Ну вот. Ну так продолжаем. Получаем что-то. А для поля разложения нет обозначения какого-то? Наверное. Ну просто что по всей форме. Вот. Ну, давайте посмотрим. Почему все-таки делит? Сейчас, нет, делит. Погодите, это вообще правда? Да, правда. Значит, но. Да, ну да, значит, задешево получается, что она его не превосходит, правда? Значит, а то, что она его делит, это надо быть немножко более аккуратным. Вот. Ну и сказать, что, например, здесь у вас не может на одном шаге получиться непривозимый компонент степени 2, и на другом степени 2, да, если мы расходуемся, начнем. На степени 3. Вот. Ну да, то есть упражнение. Выясните верно, что она делит. Ну давайте какой-нибудь пример. Что вообще бывает нужно или можно присоединить? Ну, значит, если, например, если мы начнем вот такой вот, его поле разложения получается присоединением одного корня, второй корень будет держаться автоматически и корнем на двух. Второй примерчик. Вот, допустим, если мы возьмем q квадрат минус 2, помножить на q квадрат минус 3, вот такой многочлен, то кто будет его поле разложения? Ускорим из двух, корнем из трех. Ну вот. Так. А еще была такая кодная задачка в прошлом листе. Многие ее, наверное, сделали. Вот такого многочлена ПТР. Какой будет поле разложения?
еще? А, да. То у нас, значит, это на самом деле, если кто знает, это... Нет, это значит шутка, да? Вот. А, значит, если вы... Да, здесь написано полный квадрат. Нет, здесь не написано полный квадрат, но все равно, значит, поле разложения это... Значит, здесь написано вот что. Здесь написано произведение x плюс минус 1 плюс минус x. Таких вот граждан. Вот. А, значит, поле разложения этой штуки, оно меньше, чем в... Думаете, глядя на это нагашение, оно имеет степень даже не совершенно даже не 24 или 4, а просто степень 2. Это расширение у второй степени. И надо добавить исключительно метки. Такие гауссовые рациональные числа. Вот. Ну и давайте такой содержательный пример. Да, давайте посмотрим, как здесь какие-то поля устроены. Давайте напишем во втором примере какие-то поля. Значит, есть у нас Q с корнем из 2, корнем из 3. Есть Q с корнем из 3. Q с корнем из 2. А здесь есть ровно, кстати, Q с корнем из 6. Это все расширение второй степени. Которое каждое, в свою очередь, есть квадратичное расширение Q. Значит, а. Ну и четвертый пример, про который я уже говорил, это многочлен x куб плюс 2. Значит, а какие у него бывают корни? У него бывают корни, корень кубический из 2, а корень кубический. Сейчас я хочу плюс 2, нет, почему не понимаю. Да, значит, x куб минус 2, значит, у него есть корень кубический из 2, и корень кубический из 2 помножить на z, и корень кубический из 2 помножить на z минус 1, где z это первообразный корень из единицы, где корень кубический из единицы равен z. Вот, значит, давайте теперь на какой-нибудь картинке вот здесь нарисуем, как устроены вот поля в этой штуке и какой степени вообще это расширение. Это расширение степени 3, не 3, а 6, потому что, значит, если вы присоедините корень кубический из 2, то это будет расширение степени 3. Корень кубический из 2 и z, да? Значит, а если вы присоедините корень кубический из 2, то это будет расширение степени 3. Значит, а если вы еще к этой штуке присоедините z, z это, даже можно сказать, чему это равно, минус 1 плюс и корня из 3. Полон, да? Вот. А, значит, можно с тем же успехом записать, что эта штука это корень кубический из 2 и корень квадратный из минус 3, то есть и корень из 3. Это то же самое поле. Вот, но здесь просто немножко лучше видно, что это квадратичное расширение. Ну вот. Ну, а еще, например, значит, эти граждан можно как-то обозначить и сказать, да. 1, значит, это 2. Ну вот, и тут есть еще такие поля. У от это 1. Вот. Это 2. Вот. Это все будут расширения кубические, а это будут расширения квадратичные. Вот. И еще, например, можно здесь взять некоторое подполье, которое я напишу этажом ниже. Это у с корнем квадратным из минус 3. Да? Корень квадратный из минус 3 тоже лежит в этом поле. Вот.
взять корень двух кубический, то будет то степень вот этого расширения будет 3, а соответственно степень всего расширения 6. А вот. Ну ладно. Ну и как обычно у нас есть вопросы единственности такого разложения. Помните, что мы в прошлый раз доказывали некоторую теорему, которая так условно была теоремой единственности поля с. Теорема единственности простого расширения. Что если вы возьмете единицы один корень или другой корень, приводим его на n, то у вас получится изоморфное поле. Вот. Все вот эти три поля, это, они друг другу изоморфны. Вот. И понять, что здесь есть только вещественные числа, а здесь есть какие-то еще комплексные, этого, в общем-то, на алгебраическом уровне никак нельзя. Вот. Ну вот, то есть это совершенно равнозначные вещи. Три корня одного того не приводим на вечного стрима. Значит, так, давайте, наверное, смотрю, и последняя вещь, которую расскажу сегодня, это единственность поля вложения. Теорема сформулирует точно так же, как в прошлый раз, наверное, даже похоже на значение. Пускай есть изоморфизм полей, которые я обозначаю через f изоморфно f. Значит, тогда получается, что вы можете говорить и об изоморфизме многочленов, индексомы над f и над s приходит. Я его тоже буду обозначать через φ. Значит, пускай у нас f от x, это некий многочлен, то есть f от x, а φ от f от x я обозначу через s дриха от x. Это многочлен из s дриха. Значит, так, пускай e и Е-штрих, поля разложения для F и F-штрих, соответственно, они существуют по вот этой вот теореме. Я утверждаю, что существует такой изоморфизм этих полей, который является продолжением вот этого вот изоморфизм полей маленьких f и f. Значит, тогда существует сигма из e в e-штрих, да, а здесь у нас живут, естественно, f-штрих, значит, который является продолжением являющееся продолжением изоморфизма phi из f. Ну ладно. В прошлый раз была такая же теорема, только здесь были вместо полей разложения были поля, полученные присоединением какого-то корня, который назывался альфа многочлена f, какого-то корня, который назывался бета многочлена f. Вот. Тогда мы доказывали, что существует такой изоморфизм полей, который альфа перегоняет в бета, f перегоняет в штрих согласно фи. Вот. И является изоморфизмом. Вот. Ну давайте попробуем это доказать.
над полем f на линейный множитель, так и другим еще. Над f на линейные множители, то, соответственно, получается, что g это f, g' это f', и сигма это доказывает нечего. Вот. Это будет базовая функция. Вот. В частности, ну, то есть, в частности, для линейных уточняет все, короче. Значит, а пусть все доказано. Для многочисленных степени меньше, чем n. Давайте докажем для многочлена степени ровно. Пускай p от x это неприводимость на множитель. Ну вот, значит, p' от x это его образ при этом морфизме, и, соответственно, этот куб тоже будет неприводимым со множителем f'. Ну вот. Значит, фи от всего? Фи от... Спасибо, отпали. Вот. Значит, пускай у нас есть теперь корень вот этого многочлена. По теореме прошлого раза мы можем присоединить к нашему полю корень многочлена P от x. И полученное поле будет единственное, в смысле аналогично теореме. Значит, пусть альфа корень P от x, бета корень, тогда значит, альфа принадлежит какому-то е, а бета принадлежит какому-то е. Не какому-то, а тому самому. Над Е все разлагается, над Е все разлагается. Это значит, что корень P будет лежать в Е. Вот, хорошо. Значит, таким образом у вас по прошлой теореме существует изоморфизм. Если вы присоединили F корень альфа, у вас получится то же самое, что если бы вы к f' присоединили бы корень b. Значит, f', значит, это фи внизу. Вот. Давайте я сотрудник. Нарисую, чтобы понять, почему. Значит, у вас есть f и f'. У вас есть фи. Значит, дальше у вас есть f от альфа и f' от бета. Значит, по предыдущей теореме у вас есть такой изоморфизм полей f от альфа на f' от бета, который альфа переводит, который я называю сигма штрих, существует сигма штрих, который альфа переводит в бета, сигма штрих, ограниченный на f, есть настоянный град фи. Вот, хорошо. Значит, теперь давайте посмотрим на многочлены f1, на поля f1, которые есть f от альфа, и f1', которые есть f от бета. Вот. Давайте теперь рассмотрим многочлены f и f' над этими полями. У них есть линейный сомножитель на x минус альфа и x минус бета соответственно, которые мы можем поделить.
Значит, у нас останется многочлен в степени меньше, чем n. А для него все доказано. Значит, по теореме, по предположению индукции, мы можем закрыть нижнюю строчку, сказать, что это у нас изоморфизм полей. Это изоморфизм полей. У нас есть расширение, то есть у нас есть поля разложения многочлена F, это E, над этим полем и E' над этим. Вот. Значит, по этой теореме существует, по предположению индукции, существует такой сигма, которая является изоморфизмом из E, E'. И продолжает вот этот изоморфизм F от альфа в F' от альфа. Но, с другой стороны, мы вспоминаем, что сигма-штрих у нас перегоняет альфа в бета, то есть сигма-штрих перегоняет x минус альфа в x минус бета. И сигма-штрих является продолжением φ. То есть сигма-штрих оставляет f, то есть переводит f в f'. Не трогай основной поле. Это значит, что сигма является изоморфизмом полей, который является продолжением изоморфизма. Ну, конструкция по существу ровно та же самая, что и в прошлый раз. Только вот здесь появляется вот этот один этаж, связанный с тем, что вы уже присоединяете не один корень, а несколько. То есть вы на каждом шаге присоединяете один корень. Можете дальше строить такую башню. Вот. Хорошо. Значит, что отсюда следует? А следует отсюда, что поле разложения единственное с точностью до изоморфизма. Минимальный результат.
сейчас будет. Мы сейчас не удивляемся?
Я же упал. Нет, она там не...